Всем привет, вы поняли канал Hard Reset Info, и в этом видео расскажу вам, как подключить наушники Jabra Elite 85T к вашему Android устройству через приложение. Так, для этого в первую очередь мы должны открыть кейс с нашими наушниками и извлечь из кейса наши наушники. Извлекаем. Затем я предлагаю вам перезайти в приложение, если вы тоже, как я, уже зашли. Я сейчас быстренько его найду. Вот они. Да, кстати, да, приложение Sound Plus называется. Теперь они начинают поиск гарнитуры. Для этого советую вам отодвинуть шторку и включить Bluetooth, а также местоположение. Ждем несколько секунд. Они просят нас выбрать гарнитуру. Выбираем наши 85T. Вот Jabra Elite 85T. Далее они дают нам советы, как это сделать. Мы просто нажимаем «Далее». И теперь они предлагают нам просто вручную подключить через Bluetooth. Неудивительно. Окей, нажимаем «Параметры Bluetooth». Здесь ищем название наших наушников, чтобы оно появилось в списке возможных подключений. Если не появляется, советую вам просто положить наушники обратно в кейс. Подождать буквально пару секунд и достать их снова. И нажать «Обновить» здесь список. Смотрите, они у нас почему-то не находятся. Точнее, видимо, даже не перешли в режим сопряжения. Для того, чтобы перевести, мы должны зажать оба наушника. Или даже, по-моему, можно и один. Но давайте попробуем оба. Буквально на 5 секунд. Зажать кнопочки вот здесь. Зажимаем. Потом отпускаем. Ждем пару секунд, нажимаем «Обновить». И когда видим название, нажимаем на название данных наушников. Нажимаем «Подключить». Так, хорошо, теперь возвращаемся к приложению. Подключение успешно завершено. Нажимаем «Ок». И вот мы, собственно, в нашем приложении. Здесь у нас есть возможность переименовать, проверить посадку наушников, оптимизировать звук согласно нашему профилю, то есть эквалайзер, по сути, голосовой помощник, краткое руководство пользователя и новый режим звука. Что? Интересно. Окей, нажимаем, получается, пропустить. С возвращением. Замечательно. Видимо, я когда-то уже здесь был. Ну, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ставьте... Стоп. Ставьте лайк. А, да, и пишите свои комментарии. Всем пока.